Правительство РФ утвердило программу туристического кэшбэка для детских лагерей официально открытой. В рамках программы родители могут приобрести путевку в лагерь для ребенка любого возраста и получить возврат половины суммы. Кэшбэк будет начисляться на карту МИР в течение недели. Количество путевок за сезон не ограничено. Акция продлится до 31 августа. Родители, которые купили путевку до старта акции, смогут подать на возврат средств на сайте Госуслуг. Больше информации на нашем сайте.